28 марта 2018 года, 10 часов 43 минуты, футбол, чемпионат мира по футболу 2018. Нападающий сборной Франции Антуан Гризман рассказал о своей роли посла от Министерства спорта страны в кампании по борьбе с расизмом, борьба с дискриминацией во всех ее формах, хорошая идея. Я хотел показать своим примером, что так считают люди всех возрастов, моя задача – помочь. К сожалению, время от времени мы слышим российские выкрики, и это раздражает. В молодежные команды приезжают иностранцы, и мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя хорошо и без проблем адаптировались, цитирует Гризмана parismatch.com. СМИ, во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали российские выкрики, источник, чемпионат, сообщить об ошибке, комментарий.